Нужно идти в школу. Ой, ладно, возьму деньги. Пойду к соседям познакомлюсь с новым. Мама уехала. Ну, да ладно. Магнит открылся новый. Там соседи новые открылись. Так, вроде они живут в этой квартире. Привет. Здорово. Здорово. А ты тут новый, да? Да, да. А давай будем с тобой дружить, а то у меня друг уехал и не вернется сюда уже. Давай. Давай. Ладно, а ты в школе, вон там в школе, в той школе учишься? Да, 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 в той. А, ну окей, тогда го дружить. Давай. А ты в каком, ты в 9-м, а? Ну, меня должны сюда, по идее, приставить туда, да. А, ну все, ну тогда пошли. Так, погнали в магазин, магнит открылся. Нет. Да, тут реально, магнит открылся. О, смотри, какие крутые подсвечники. Да, смотри, тут у нас какие-то спирт какой-то продается, тут еще что у нас? Кола. Ох, так, тут какие-то напиточки продаются. Так, что у них можно купить? У них, давай я куплю по два сникерса. Я взял два сникерса. Сухарики с аджикой и две пепси. Кто там мне пригодится? Тоже. И пепси, а я кока-колу. Я тут два других напитка. Я сахар себе в чай в школе, там вообще жопа. Вообще не сахар. Я куплю сахар, как раз дома заканчивался. И куплю, что-нибудь тут еще у нас продается. Так, кстати, я же у вас тут взял, там же нельзя платить. Вот вам 50 рублей, вот вам 2000. Подожди, куда ты убежал? Я домой забегу. Ладно, я к тебе тоже забегу сейчас, если ты не против. Я не против, я. О, у тебя компьютеры такие? Да, родители купили. Еще у меня такие подсвечники есть. О. Ладно, погнали в школу, а то мы опаздываем. Смотри, мои любимые игрушки, вот это. Погнали в школу. Сейчас закрою. Пойдем. Погнали. А вот ты с тобой вообще взял? Я взял. Я портфель не взял, но у меня все и так в руках. Ну, пойдем. А тебе там сколько лет там? Когда сюда приехал? Да вот, недавно. Ну, или здесь тут же быстрее. Где? Вот здесь, вперед. Я уже в школе, так. Тут у нас просто, знаешь, мы живем в Киеве. Тут же война идет, у нас иногда школа взрывает. И вот. Ну, тут это далекое здание, тут иногда ракеты не появляются. Ветка очень. Ой, эти задолбали бум писать уже. Где? Я не знаю, я же местный здесь. Ты где, скажи? А, вот, привет. Так, все, здорово. Вот наша школа. Вот. Можно уже сразу вот так в класс попасть. Здравствуй, Кирилл, садитесь. Кстати, у нас тут новенький. Новенький, встань возле доски. Поприветствуйся с друзьями. Здрасте. Вообще. Так, не, давай, ну, я пойду. Так, у нас новенький, заходи. Иду. Всем привет. Лох какой-то. Проходи, садись возле Кирилла. Привет. Ай, ты что дерешься? Лох! Не задевай, он меня один раз избил! Все. Короче, урок у нас литературы. Читайте книгу. Ты не читай книжки. Балтика? А? Да так, ничто. Есть еще другой самогончик. О, дай мне то. Сейчас тоже выпью. На. Ой. Вкусное. У меня есть кириешки с аджикой. У меня тоже есть. А, о. Нормас. А поставь тебя два. Поставь портфели наши. А. Окей. На парты. Да зачем? Поставь. Простор только будут.
Смотри, ты купил сникерс? Отвратительская. Сникерс, да. Я тоже купил. Давай пока пожрём, пока учителя отвернут. Вкусно сникерс? Да, у тебя есть вот это? А вот это? Я их не купил. Ой. Давайте я тебе вон ударю. Вернись. Пофиг. Красивый. Красивый. О, котинка. Короче, сейчас посмотрите на картину Земли. Так, пошли посмотрим. Ну, конечно, тут ничего не видно. Давайте... Короче, смотри. Ай. Да. Лакшара. Ты чё вообще на всех лезешь? Ты кто, значит, такой? Да, кто ты? Лохи. Мои 500 рублей, мои. Забирай 500 рублей, мои. Ты чё, совсем офигел? Ой, ай. Сори, я задел. Иди нафиг. Не трогай нас, я тебе заплачу денег. Вот это пойдет. Все. О, он сказал, что пойдет. Ну все, садись. Все поддержали, Кирилл, ты все нас поддержали. Ну все. Урок закончен. Идите на перемену. Все, погнали на перемену. Я не пойду на перемену, я поиграю. Ну окей, играй. Никто не видит. Так, ты пока там не играешь, я пока выйду из школы. И сбегаю в один магазин. Это что такое? Там Вася Пупкин, задира класса, хотел твой портфель распотрошить. Ладно. Пусть делать что хочет. Я его с собой забрал, я твой с собой забрал твой портфель. Так, вот смотрите, я возьму. Мне мама сказала хлеб купить, а я забыл. Что мама сказала купить вот это? Майонез кончился дома у нас. Так, здравствуйте, можно купить у вас? Короче, давай потом на томатному соку купим. Мы возьмем шпадную шоколад. Басу надо купить, точно. И тушенку надо купить. И маленький томатный сок. Забыл вообще все купить. Короче, спасибо большое, вот вам деньги. Вся оплата. Паспорт, мой паспорт тут все. Вот оплата. Докажите паспорт. Паспорт у нас, вот паспорт, вот он. Вот паспорт. Да, да, вот. Мы же в 11 классе. Вот он. Да, вот, да. Надь, проверьте. Ну все. Хорошо, идите. Все, пошли, пошли, пошли. Все, до свидания, до следующих встреч. Но у нас уже урок начался, мы опоздали на урок. Мы урок на опоздали, ёпарасоте. Что мы опаздываем? Да мы там просто задержались. На, а то у вас вот этот задира ваш. Вот твой мальчик сломает. Ладно, стресс. Стукнемся. А, что? Стукнемся. Будешь томатный сок? Не-не-не. Не, я буду. А водка из Полинской. Давайте пухнуть. Так вот. Так, друг друга. Хе. Не пью. О, вкусная. Ага. Шоколадка есть? Поделиться? Шоколадка у меня есть. Вот она есть, Аленка. Так, это что такое? Я притворился, что пишу, и меня не спалили. Извините, я тоже пишу. Ага, пишешь кирьяшками. Извините. Ладно, я пишу вообще. Пиздец. Смотри, какую ручку мне родители купили, крутую. Колбаса? Это ручка.
Подожди, это колбаса. Это ручка под стиль колбасы. Какая ручка? Это колбаса вообще-то. Пофиг, типа как. Типа ручка. Короче, это колбаса! Нет, это колбаса! Вы что там водку пьете? А, ну да, ну извините, это как-то некультурно. Держите, вы выпейте. Так, ушел скоро из класса. Сори, давайте взяточку. Сядь. Давайте взяточку. Сядь. Давайте взяточку. Я вам 2000, а вы мне разрешите сесть. А, ну давай. Так. Ты что делаешь? Дерусь с пупсики. Прячешь. О, Балтика, давай стукнемся. Давай. Ой. Урок окончен. Ура! Залезем на прям высоко школу. Что у нас там такое? Да, помнишь, нам учитель говорил, что сюда нельзя? Здесь библиотека? Давай возьмем книжку. Вот, у меня какие-то 3 книжки. А у тебя сколько книг? Ну, я себе просто не взял. Так, а горы забьем стекло бутылкой? Подожди, я попробую. Ты зря стекло. Подожди, если я прыгну? Не надо, друг. Я же один раз сломал ноги, а теперь не сломаю. Иди. Кстати, ты заметил, тут повесили? Да. Пойдем домой. Я звонок слышу. Быстрее в школу. Не опаздываем, все, начинаем урок. Тема. Ты что, в лифте родился? Где? В лифте? Нет. Где? Двери не закрываешь. Допустим. Давай школьный день окончим. Я в этом курить хочу. Рассказывай стих, Кирилл. Выходи. Сядь. Значит, рассказывай стих. Дождались меня белые ночи над простором густых островов. Еще один, я ж вам еще несколько. Еще один. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на доме том. И там какой-то кот ночью вот купил на деревья. Ой. Ладно, давай другой. Белая береза под моим носом. Ой, окном. Под моим окном принакрылась снегом, словно золотом. Ой. Все, тебе будет ставили. Золотая, блестящая. Белая береза под моим окном. Серебром, во. Ладно, садись. Тройку поставлю. Допустим. По что ты играешь? Морд. Я солю твоего друга, он тебя сын оставляет. Он, кстати, интересный канал, интересный. Ой, компа, да? Да, ё-моё, на. Поставь его. Я его выкинул, вот он валяется.
Кто тебя там Wednesday слушает? Сестра моя. Допустим. Ладно, урок окончен. Последний урок через несколько минут. Наконец я дотерпелся и могу сходить покурить. Я уже купил. Хочешь выпить боярышник? Ой, а что с ложечкой? Я же говорю, мы живем в зоне Украины. Здесь очень... Это как не Украина, но мы живем в Украине, только до нее еще 5 метров. Подожди, я пойду к охраннику, пойду спрошу его, что. Охрана, иди. А я вам колбасы дам. Держите. Сахар какой-то валяется. Это я его бросил. Друг. Я тут нашел в магазине портфель твой. Наверное, задира его выкинул. Ну пофиг, пошли. О, я скушаю пока одну тушенку. Ем. Так это кто? Охранник. В виде этого? В виде кристалла? Не, короче, скинь мне эту мотыгу, я его сейчас сделаю нормальный скин. Ладно, погнали в школу, а то там уроки уже скоро начнутся. Я заберу свою дудку. Я здесь дудку свою оттаял. Ну прибежишь, короче. У нас мод Бенз не установлен. А это что такое? Ну на ходьбу красивую. Ладно, пофиг. Давай просто потом скачаем какие-то, блядь, моды просто и поиграем просто с модами. Не, так с другом уже делал. Ладно. Боярышник что-то меня уже начал действовать. Курица. Я своровал в столовке в школьной курицу. Здорово, блатанчик. Здорово. Смотри, что есть. Что это такое? Курица. На, попробуй. Ты затем в школу живую курицу принес. А. Какая же живая эта тушечка? Курица. Надо же ее к фермеру принести. Фермер. Отдай! Фермер, нужна курица. Ну, моя курица. Все, я напился. На, курицу. Я просто, знаешь, боярышника напился. Да знаю, я сам вот водки выпил. Не, водка это вообще, она вообще не действовала ни хера. А это боярышник, он вообще... Боярышник, он вообще дебил такой. Не, ну я понимаю, боярышник. 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 А, подожди, куда мы с урока-то убежали? Я ушел с урока. Здравствуйте. А урок уже окончен? До тебя, да. А. Спасибо, до свидания. Ой, сейчас главное до дома дойти. Ой. Ой, сейчас главное до дома дойти. Ладно, на томатный сок выпить. Всегда говорят. Ой, это кола. Вот он. О, все, нормас. Я нашел кирку. Это что такое? Я пошел парковку подземную, значит здесь не машина. Я б мама говорила купить, я купил. А я в других домах ворую стекла. Так, что у нас в холодильнике пожрать? У нас есть кейбаб. Можно пожрать кейбабы. Не стоит. Вкусный кебаб был. Ой, ладно, что у нас здесь? Подожди, нет, я еще не буду дома.
Я не знаю, где он квартира. А вот я и нашел мышку. Кто это? А, сейчас зайди, открою сейчас. А, здорово. Здорово. О, дай, пожалуйста, звонок. Чё хотел-то? Я тут тебе по-братски, нормально, стекла просто по-братски занёс. Ну я потом сам поставлю. Да я тебе уже принёс. Раз по-братски, значит по-братски ставлю. Ну окей. О, у тебя вижу интернет есть какой-то. Угу, у меня как. Ну что у тебя как? Квартира нормально? Ну, кстати, пошепьте, а ты мою квартиру, я уже твою квартиру видел. Моя квартира, вот она, брат. Вот она, сразу. За вот этой стеной? Да. А. Пойдем ко мне. Пошли. Я просто только что проснулся. Погнали. Сейчас, подожди, я в магнит зайду. Короче, зайдешь ко мне. Окей. Да, суть, я возьму. Вас куплю. Вот это. Это. Вот это. Все, вот они. Вот ваши деньги. До свидания. Знаешь, где я деньги прячу? Боярышник, да его нахрен выкинуть надо. Я занимаюсь, что у меня вся башка болит. Пить не надо было. Останови запись. Здорово. Тут сломался, починишь. О, ладно. Че, будем? Ты играешь вот в Genshin Impact, например. Да, вот, да, можем сразу вдвоем. Тут играешь. А, мы можем в Майн посетим, у тебя же два компа. Ну как видишь, 4. Ну это мониторы дополнительные. Один как другой. Прошло 10 часов. А, у меня уже глаза красные от этого компьютера, как у наркомана. Ну давай пойдем тогда, выпьем. Подожди, это у нас. На, я как раз тут купил, вот, вот. Вот, давай достану. О! Ну, это слишком ядерно. Нахер эту водку, я лучше пиво попью. О, пойдем дальше, посмотрим какие-нибудь боссы под пивасом. Пошли пока какой-нибудь фильм, что ли, посмотрим. Где мой пиво? На, вот. Пиво. Где? Вон она упала. Вот все. Так, у меня тоже пиво. Оп. Давай, включаю на все мониторы. Да, на все мониторы. Так. Все подключил, давай фильмец. Давай. Вот 2 часа. Сейчас я могу. Не видишь? Тебе не кажется что-то странным? Нет. Давай дальше. Попрыгай, здесь прям пол что-то прям вообще трясется. Давай попробуем. Да какой нахрен пол? Опа. Иди туда. Это кто там? Подожди, ты сейчас упадешь. Ой, да я не знаю, кто это. Ну что это? Ну кто ты? Ну кто? Вот кто ты? Скажи. Молчи, значит, никто. Куда ты нахрен к нему упал? Забирайся теперь. Я хочу его оттолкнуть. Давай, иди. А, забирайся ты наверх, я подосатаю.
Нахрен ты пол квартиры раскопал? Да ты зачем здесь раскопал? Чтобы все закрыть, понимаешь? Вот стул тоже пойдет. Да где доска? А, вот она. Все, давай дальше. Подожди, свое кресло снимаю. Подожди, надо эти кресла убрать. А что они тебе не нравятся? А вот, не нравится. Что? Или что, тебе по-братски лучше такой же стул поставить? Я могу так же танцевать, как в фильме. Я раскидываюсь деньгами. И соками. Я могу даже монитор, понимаешь, поднять в руки. Монитор обратно. Подожди. Ты знаешь, что если кинуть монитор об стену, то он не разобьется. Ты знал об этом? У тебя тут даже вон Fortnite установлен. Давай мы его разобьем. Зачем? То есть не разобьем, а проверим, разобьется ли он или нет. Давай. Вот! Разбился. Нет, он живой. Забирать его. Он, наверное, не разбился, но плата у него сгорела. Понимаешь, он не сломался. Ура! Подожди, я что-то дома одну штуку забыл. Сейчас я приду. Подожди-ка. Ой, 5 минуток, подожди. А, 5 минуток надо подождать. А давай потом записи здесь выживаем. Окей. А, так, где у нас вот. А, они у меня были. Допустим, боярышник тоже бой дойдет. А. Я вход на новый сделал. Ты теперь можешь со своего подъезда ко мне заходить. Ну понял, все, понял. Иди сюда. Давай у тебя. Окей. Давай спать. Скажи, куда спать? Не надо спать. Хочу спать. Да каникулы, хотя завтра. Подожди, сегодня у нас вторник. Да хватит, ты спать. Да у меня голова уже болит, дай поспать. У меня тоже болит пень. Завтра с самого утра играть будет. Виктор Цой едет в поле, Виктор Цой. Я тебе тут не мешаю музыкой? Нет. Ну все, иди спи. Пою я песенку пою. И что ты здесь встал? Я посмотрю, что в печке твоей можно делать. В печке можно жарить еду. У тебя уголь есть или дерево есть? Дерева нету, иди там в лес и рубай все дерево. Врубай все дерево нахрен. Ты куда? Ну это вырубай, вообще пофиг. Ой, я вообще устал. Тебе не жарко? А как в печку-то прибыл? Тебе не жарко? Ответь мне, тебе не жарко? Нет. Как приготовить? Я не умею готовить. Все, жарится. Жди, пока твоя жрачка приготовится. А тебе не жарко? Молчание, да, тебе жарко. Я слышу, что спать.
Я вообще спать хочу. Мача. Пойдем потом с самого утра играть будем. Какого утра? Уже день, наверное. Ты понимаешь, я не спал всю ночь. А пил боярышник. Еще балку 9 и какую-то... А, нет, еще ночь. Господи, прости. Ты где вообще живешь? Я не знаю. Да из твоего дома можно зайти ко мне. Подожди, а где мой дом вообще? Это что такое? Это магнит? Здравствуйте, девушка, с вами можно познакомиться? Вот, познакомиться. Где оттуда? Что это? Да, я не выгляжу, что я трезвый. Вы подумайте. Да? Здравствуйте, вы можете, вот боярышник, у меня много денег. Короче, знаете, вот можно просто обработать спиртом. Где у меня спирт? Была картина балла, вот эта картина. Какая нахрен картина, это же дело. Вот здесь магазин, дурак. Вот здесь магазин. Так, что это такое? Порошок, подожди, да, я почитаю. Стиральный порошок. 20 апреля. Это когда было-то? 4 года? 3 года или 2 года? Сейчас какой вообще год? Я сейчас свинью видел. Я сейчас свинью напою бояр спиртом. Свинью. Ты мне не веришь? Нет. Ах ты ж тварь, не веришь мне. Ну и веришь, а я пошел домой. Что здесь можно еще купить? Допустим, нам завтра в школу, ты не забудь. Завтра каникулы, за выходные же. Подожди, сегодня какой день недели? Завтра суббота, подожди, мы в субботу учимся. Нет. Суббота в воскресенье выходные. А, нам же сегодня сказали, что мы не учимся. Капец. А ты что ко мне идешь? Закрыто, я. Ах ты ж. Иди отсюда! Да подожди, дверь мне поставь. Домой надо идти. Дверь поставь. На. Все, давай закончим. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я спать. Всем пока. Ты чё ко мне лёг? Да, у меня... Иди спи в своей кровати. У меня спать негде. Ладно. Пойду посплю на диване.